На 70-м году ушел из жизни советский грузинский киноактер Го Челамия. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. «Смерть Го Челамия – большая потеря для грузинского общества и грузинского кино», сказано в сообщении. В ведомстве выразили соболезнования в связи с кончиной артиста его семье и родственникам. Го Челамия стал известен зрителям благодаря одной из главных ролей, сыгранной в грузинском художественном фильме «Ну и молодежь» режиссера Резо Чхеидзе в 1969 году. После чего в народе его прозвали Балока, в честь его персонажа Зураба Редикси. Он также снимался в фильмах Резо Чхеидзе «Саженцы» и Тимура Полавандишвили «Бродячие рыцари».